И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все так же с модом Ананаги Genesis Reborn. И сегодня... Пока что еще не знаю, что конкретно будет сегодня. Но в целом у меня из намеченных нужно сделать что? Во-первых, мне нужно притомить еще больше додошек, чтобы больше добывалось... Кстати, эксклюзивный корм тоже добывается с тушканов. Так что если в тушканов найду, то будет неплохо. Это я просто мобов воевал. Это я, когда кого-то там где-то бегал. В общем, кто-то завалил Додо Рекса, и мне это дропнулось в инвентарь. Вот, в общем, так, пояснить, откуда это все говно берется у меня. Вот, не эксклюзивный, а экстраординарный корм. У меня 4 штуки дропнулось, то есть все корма появляются, какие только можно, скажем так. В общем, у меня в планах всех додошек еще притомить, чтобы еще ресурсы добывались. Ну, в основном мне нужен голдодо обязательно, чтобы киблы все-таки побольше было. И я... Как говорится, еще не знаю, писали в комментариях, не писали, и все в таком духе. Но суть в том, что я понял одну вещь. Мог схватить Аргентависом и утащить. Но, по факту, он очень медленный. И вот это будет основная проблема. Обычно Аргентавис, он очень медленный. И я, понятное дело, это я не смогу сделать. Поэтому мне нужно будет притомить, попробовать альфа Аргентависа. Здесь, по сути, мне любой подойдет. Жесткие по левелу, они все находятся в центре, как обычно, полная фигня. А вот этот есть шанс его притомить. То есть это из того, что, так сказать, мне нужно. Также я хотел еще попробовать притомить альфа Вилнозавра. Есть по-простому говоря, я не знаю, зачем он мне нужен. Но тут их как бы и нету никого. Вот, тоже дело такое непонятное. И еще залез я в какие-то рецепты и увидел одну хрень. Жесткую. Так, ну, во-первых, да, элементарная руда. Я не знаю, где ее буду добывать. По ходу дела на карте центра я точно весь контент не пройду. Вот, другая проблема. Зеленый самоцвет, красный самоцвет, сжиженный газ и синий самоцвет. Помните, я говорил, мне светлячки нафиг не нужны? Типа, а зачем мне вот эти вот самоцветы и сжиженный газ? А потом я увидел рецепты. Да, в общем, нужно будет их тоже обязательно притомить, и этим тоже нужно будет заняться. То есть продолжить томить автоспавнеров лутом и уже смотреть, что да как да где дальше. По альфачам нужно будет вообще выбрать, какой будет получше. Нужно будет посмотреть, что мой медвежонок сделает. В общем, ну... Найти какого-нибудь Prime Диноса, желательно такого дырчевенького левела, чтобы посмотреть, как я вообще урон нанесу ему и что мне будет в этом плане по урону. Так, дальше. Что у нас здесь имеется? По ресурсам, сами видите, то есть потихонечку лутая жемчуг, создается электроника, то есть как бы с этим проблем сильно нету. Камень, дерево, солома задолбался я лутать, потому что тратится он просто с адовым, в адовом количестве, скажем так. Ну и это что касаемо основных ресурсов. Цементную пасту тоже как бы создавал нормально, но хитин заканчивается. Здесь у меня лежат удобрения. И пока что этим всем не занимался, потому что я занимался вот этой всей постройкой. Вот это нужно обязательно переносить, потому что парникового эффекта нету, и переноситься будет на самый верх все это дело. Ну и давайте покажу, что у меня здесь. То есть, стена в потолок. Здесь у меня будет, то есть вот, раз подъем, два подъем. То есть здесь будет этаж, большой этаж.
То есть это этажи, на котором будет располагаться Дина. Как вариант, здесь будет раз подъем, два подъема. Здесь будет еще один этаж. Вот, ну а дальше уже будет видно. Я хочу установить лифт и на лифте их туда-сюда перевозить. Да, у меня есть телепорт, но как бы, камон, надо делать так, чтобы было красиво. Без топижара я бы задолбался все это делать, потому что имеет визуальный вид. Разная сторона стены имеет разный визуальный вид. Видите, здесь один вид, здесь другой вид. Но так как мне на это насрать, и здесь полностью стена одного формы, кстати, вот этой дырки не будет, надо будет ее закрыть обязательно, вот, то мне на это пофигу. Но не пофигу там, где это все дело будет видно. Пока что это у меня выглядит все вот так. Здесь две колонны и так далее. Задумка, по-простому говоря, когда я вот эту пещеру видел первый раз, то у меня была сразу же такая мысль. Но, сами понимаете, добыть ресурсов такое большое количество, я осмеливаюсь только с каждым новым выживанием все больше и больше. И у меня, скажем, выживание все более глобальная постройка. То есть здесь прям, дай боже. Приходится строить из четверных стен. То есть вот они стенки. То есть вот видите, да? Стеночка, стеночка, стеночка. То есть не из 12, которую высоту. Потому что что? Я уже показывал в прошлом видео. СС структуры, суперструктуры, они стакаются в бок. То есть у них приоритет пристакаться к стене, нежели пристакаться к фундаменту. То есть, если я установлю, допустим, вот, будет вот эта вот главная стенка. Сейчас объясню по-простому. То есть, вот, допустим, у меня вот эта вот главная стена. Я ее первую поставил, она считается главной стеной. И от нее я установил все. Угадайте, что будет после того, как я снесу эту стену. Снесется не одна полоса, как здесь. Снесется все к херам собачьим. Без шуток. Я установил примерно вот так вот такую стенку. И снес ее. Вот эту. Единичную. Вся стена чертям собачьим разнеслась. Не знаю, может как-то в настройках можно это изменить, но мне легче было обычные стены создать, и нежели тратить кучу времени на поиски всего этого. Ну а теперь погнали. Погнали на добычу нужных нам динзов. Посмотрим опять-таки же, кого. Буду я альфа-честить, не томить или нет. В первую очередь, слушай, наверное, альфа-чей бы притомить, вот этого аргентависа в первую очередь бы и притомить. Как минимум для того, чтобы им переносить. То есть ты подлетел, схватил и улетел. Ну, я имею в виду Динс какого-нибудь. Альфач для того, чтобы он быстро бегал. Кстати, слушай, давай посмотрим прайм Динсы. Ну, то есть я акцентируюсь на них. Во-первых, кстати, вот ансиентов кого-нибудь поубивать. Ансиенты — это скелеты. Скелеты — это большое количество хитина. Вот, к примеру. Сколько хп нужно? Да, ансиентов не трогаем. Да, ансиентов не трогаем. То есть я сразу же выбрал лутераптора, потому что он самый дырчевый, по хп все дает. Так, на них пока альфач мой точно не смогет ничего сделать. Так, давай посмотрим, что у нас прайм. Так, это элит. Прайм. Мне нужен какой-нибудь наземный. И давай вот раптор. Если он есть. Нет, прайм... Прайм, альфа, утераптор нету. А кто у нас еще? Сегодня пересмотрел свой старый видос про Индоминус Рекс Немезис. О, Индоминус Рекс Немезис. Ай, блин. Ну, ничего не изменилось, все такое же кринжатину снимаю. Ну, вроде как даже адекватно там что-то показал. Вроде болтовни даже было меньше, больше урезок было. Слушай, вот давай какого-нибудь вот такого посмотрим. Что у него по хп? Ни хрена они жирные. Какой пассажирные. Ну вот, допустим, 1700.
Если что, я надеюсь, я от него сдрисну. Давай попробуем. 1700. Лям 700. У моего медведя 500 тысяч хп. Но я его немножко прокачал в урон. И остальное, понятное дело, в этом. Кстати. Ой. Воздух хапнул. Апгрейд. Я же сгонял и добыл немножечко... О, отлично. Я сгонял и добыл немножечко этих... ну, как добыл? Собрал. Немножечко... древесного сока. И смог... Давай, вот. Кошка свалила. Сидела на коленках, мешалась. Древесный сок для того, чтобы сделать нужный ресурс. Так очень сильно нужный для вот этого самого апгрейда. Ой. Так. Это не то. Ладно. Что мне на тебя нужно? 500, 170, 42, 216. Слушай, волокно вообще можно сюда положить в большом количестве и мозги себе не греть. Только чтобы она слотов не занимала много. Так. Так. И сталь. И давай посмотрим, что в итоге у нас получится. По броне? 117, два раза больше. Это уже хорошо. Второй раз надо, нужно уже больше, соответственно, этого пелта. Но 117 брони, это уже очень хорошо. Опять-таки же, если что, можно будет попробовать его разобрать на рецепт. Ну и посмотреть, что из этого, так сказать, будет. Но мне нужно очень много пелта. Для пелта мне нужно естественно. Этот... А, чё, погнали по-другому. Для пелта мне нужен либо древесный сок в большом, очень, очень большом количестве, либо этот... Так. Яркость не меняется. Либо найти, с кого я их могу добывать. Да, есть вот такая вот багулина дебильная. То, что язык не переключается. Ну, кстати, альфа-стегозавр. Рамовский. Ну, он может... Это, кровотечение накидывать. Ну, слушай, давай попробуем. Давай попробуем, почему бы нет. А, чё я туплю-то? Я же ж их теперь могу призывать. Я им состряпал. Наконец-то добрался до это, гриля. Видели, да, у меня стоит. Я теперь могу их призывать. Наконец-то сделал так. Так, 82 тысячи. Но это обычный урон. 82 тысячи. Так, вот это убираем. Ну что, давай пробовать. Смотреть, что в итоге из этого выйдет. 20 тысяч. То есть вообще урон ни о чем. Он наносит по 9 тысяч. То есть урон о чем. Но он вот что-то как-то промахивается. Ну и наносит не сильно часто. Отлично. Я его убью быстрее, чем он у меня. Это самое главное. Так, промочам наношу по 20 тысяч. Урона мало. Урона очень мало. Нужно искать, конечно же, Диноса, который могёт помощнее в урон. Рексы. Индоминус рексы. Они вроде бы... нужно, чтобы они яйца скидывали. То есть наносишь им очень огромное количество урона. Ну, вот примерно как вот так вот. И они сбрасывают яйца. Не знаю, все ли праймы так работают, но... Да уж, в плане ресурсов что-то вообще, конечно, ни о чем. Так, что-нибудь дропнулось? Вообще ничего не дропнулось. То есть их чисто только для вот этих вот эссенок. Да блин, это какая-то фигня. Да и ресурсы тоже добылись никак. И ни о чем. Да и опыта я бы не заметил, что мне дали бы. Слушай, реально опыт не дали.
What the fuck? Да за Аргентавис мне больше опыта, наверное, дали. Ну, хпшку давай все равно качнем. Ну, что красиво, вообще огонь. Еще было бы не 0, а 1, вообще был бы кайф. Так. Хьюстон, у нас проблемы. Так. Давай там посмотрим, у нас где-то трек тусил. Давай попробуем его. Да иди ты в жопу, господи, прости. Ты-то мне нафиг нужен. Где-то вот там у нас тусил трек. Давай попробуем. Ухи! Ну-ка, лапу переломаешь? Переломаешь, и так не кисло переломаешь. Ну-ка, хилка. О, да, все правильно, хилка работает, когда она у меня в инвентаре. Отлично. Да, вот, альфа прайм, прайм альфа трицератопс. О, поэтому урон уже вносит не кисло. Ну и он урон не кисло мне вносит. Потому что тот он был над скалой, то есть я был под ним, и он немножечко промахивался. Это прям конкретно урон вносит. Хотя, по ходу дела, это я больше урона вношу сам в себя. Evolution Tribute. Здесь тоже ничего не валяется. Ну слушай, ну ты посмотри, вообще, я бы так сказал, вообще ни о чем. Экспы. 10 тысяч? Это серьезно? 10 тысяч опыта? Непонятно. Сумочек нету. Надо, короче, не сжирать труп, а это... Посмотреть в инвентарь к нему. Потому что, может быть, просто сумочка куда-то исчезает. Ну, погнали, поохотимся немножечко на них. Тем более, что мелких я все-таки могу. Ну, мелких я имею в виду ПХП мелких. Ну, по тройку я, конечно, урон сам в себя вносил, дай боже. Я в два раза больше сам себя атаковал, ударяя... Оп, твою ж за ногу. Не, ну, он будет летать, он будет бесить, а еще у него какая-то массовая атака, я помню, такая жесткая, что-то я не хочу. Так, ну, кстати, почему максималка? Тоже неплохо. Да, попробуем. Да, ему хоть куда наносишь, я сам себе урон наношу. То есть у него просто, ну, назовем так, колючая кожа, которая наносит урон мне при том, когда я наношу ему урон. Ну ладно. С читерными хилками мне насрать на них. Ну, я имею в виду модовые. И вот так. Так. Да, у него ничего нету. Ну-ка. То есть вообще прям ничего, никак, нигде, ни зачем, ни почему. Ну вот такая вот хера была. Черный жемчуг единственный откуда-то у меня добылся. Так. Так. Ресурсы я добываю так очень медленно. Это означает лишь то, что убивать альфа-чей, промачей ради ресурсов, ну, немножечко тупо. Как минимум из-за того, что я получаю очень мало ресурсов. То есть максимум, для чего их есть смысл убивать, для вот этих вот ресурсов. Но, если не ошибаюсь, они точно так же создаются. Что тоже как бы... наводит на мысль, что смысла-то в этом сильно нету. Так. Давай-ка сюда. Ремеслом. Так, вот не шарты могу делать. А, ну они требуют элемент. А, ну и в любом случае требуют Evolution Extract. Ну, тогда да.
тогда вы меня убедили, что в этом есть смысл их убивать для такой вот фигни, для вот этих ресурсов, которые требуют довольно-таки немало. Так, мне нужно будет вот эту фигню сделать. Для этого мне нужен будет элемент. В комментариях написали, пробуй тег диносов, точнее, ну, таких вот жестких диносов на тековцев натравливать. Я, конечно, написал то, что, типа, сколько ж я раз сдохну перед тем, как натравлю. Но, с одной стороны, да, а с другой стороны, в этом есть смысл. Единственное, что меня будет расстраивать очень сильно, я потрачу кучу времени, а этот гнида его просто его сожрет. Ну, тот, кто будет тековцев бить, он его просто-напросто сожрет. И вот это меня очень сильно расстроит, я бы так сказал. Вот, поэтому я пока что еще думаю над этим. Но идея хорошая, да. То есть это, по сути, единственный вариант, когда я могу что-то и прям сделать ему. Ну, то есть на данных условиях. Хотя, может, и мой этот... мой медведь тоже может нанести урон. Ну, кто ж его знает. Ладно. Сейчас, как я уже сказал, я хочу... Ой. А нафига мне здесь? Мне... Я здесь выйти не могу. Надо, кстати, стенку там поставить. Нафиг и все. Я сейчас... хочу... всех светлячков притомить. Помимо додошек. И альфа-аргентависа. Давай начнем альфа-аргентависа и альфа-велоназавра. Боты, кого хочу. Альфа велика я хочу, потому что он стреляется. Он прикольный. И альфа аргентавис попробовать, что вот схватил и полетел. То есть вот для таких целей. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, я никогда... Или опробовал. Если схватаешь аргентависом, телепортируешься на телепорт, то Динос остается в лапах или не остается? Бляха-муха. Что я сейчас придумал? Если остается в лапах, то это, конечно, вообще изи-вризи будет. Так, альфа-аргентавис. Ну что, погнали. Погнали за ним. Да уж, в этой области у меня что-то FPS просаживается до 20. Из 80 в среднем. Это же та область, где под землей находится суша. Как вариант, да. Ладно. С этим потом как-нибудь разберемся. Сейчас что я хочу попробовать сделать? Здесь выступ... Ну, маленькая горочка. Попробовать здесь построить обычную ловушку для аргентависа. И уже ею... Ну а что, зря дерево стоит, что ли. И попробовать ею уже сюда закинуть в ловушку. Влезет, не влезет, кстати, без понятия. Так, давай-ка ты вот этот стакаться сюда не будешь мне? Дебильная зараза. Кстати, стоит. А я еще хочу вот это сделать. Ах ты, тварь! Все-таки застакалась. Точнее, пристакалась, не пойми как. Так. Ну что, давай попробуем. Вдруг все-таки влезет. И вот. Так вот можно. И вот. Так вот можно даже сделать. Для того, чтобы он это... В дверь головой не врезался. Так, здесь я нигде не пролезу. Это плохо. Как меня бесит эти 20 FPS, вы бы знали. Просто... Просто прям вообще ужас какой-то. Точно, вот я тупой. Я же мог вот в эту сторону развернуться. Так, ну теоретически вроде бы так. О, даже пролазю, отлично. А, теперь что мне пробовать сделать? О, тихо.
Это проблема. Это жесткая проблема. Эта тварина туда ушла. Вниз. В каком плане это проблема может быть? О, все, красава. Да вот в этом. А кто-нибудь мне подскажет, почему эти дебильные крылья меня потянули вниз, хотя я нажал Shift? Интересно. Если по-простому, я взлетаю, нажимаю Shift, чтобы он летел вверх, а он летит вниз. И попадаю в яму. Ну, естественно, я сдох. Охрененная игра. Делает, что хочет, когда хочет. Вот поэтому я Диносов и не брал никогда с собой. На вот такие. Нафиг надо. Это ж дебильное говно. Когда захочу, точнее, как захочу, так и заработаю. Куча всякого говна же налутал, забыл уже. Надо все это сбросить. Так, точно. Сбросить. Вот это же тоже надо сбросить. Сюда. Это выкидываем. Это сюда. Это чиним. Кошмар! Я ща не знаю, что и делать. Так, рамы пускай остаются. Шмотки все равно чинятся пока что. Можно потратить все это дело с пользой, наверное. Ну, кстати, да, я какашки в серу переделал, почему бы нет. Я так подумал, а почему бы нет. Говно постоянно лутается. Оно мне, по сути, сильно-то и не нужно. А вот это... Да, это я взял корма разные. То есть, видишь, Титана Боа, спин, то есть именно определенные. Такая вот багулина. Сейчас же они, видишь, не все уже состыковываются в одинаковые. То есть они отличные, эксклюзивные и так далее. Вот, а раньше они были все вот такие вот. В общем, взял все с собой, они должны, по идее, сработать. По идее. Сейчас моя мысль какая? Я его загоняю, потом к себе призываю. Ай, где ты? Вот этого чувака. И он мне помогает оглушать. Первая мысль такая. Что будет потом? Да черт его знает. Сколько у тебя, кстати, хпшечки? Соточка. Это хорошо. Соточка, это хорошо. Так... Где-то у меня вот. Ну, самое главное, что я... Надеюсь, это мне хоть как-то поможет. Как тут лагает. Отвратительно. Может, это из-за... После смерти у меня сбросилось? Да, это после смерти сбросилось. Отлично. Это всего лишь фигня. Так. Ну, теперь-то здесь легче будет. Единственное, что... Единственное, что... Да, строишь в одну сторону, потом эта скотина уходит в другую сторону. Сюда иди. А ты потом... Пытаешься... Как я это ненавижу, вы бы знали. Вот, а ты за мной летишь. Красавчик, почти. Так далеко-то не улетай, дебил. Такое ощущение, что мне легче сейчас приземлиться просто куда-нибудь и телепортироваться на телепорт. Да, он летит, по идее, за мной. За мной и на меня. А нифига! Пауки еще дебильные.
Да вроде должен был сагриться. Да, сагрился. А, вот такая же хрень была. Я взлетаю, а он сказал, не-а. Не оно. За мной? Не. Переагрился, я так и подумал. Вот скотина. Блин, промазал. Но сейчас есть шанс. Не, ну через деревья, я тебе что, ВХ-шник что ли, через деревья стрелять? Ой, ну а тут уже косоглазый, ну что поделаешь. Отлично. Ща главное, чтоб он ловушку за раз не сломал. А ты мог бы, дебил, в дверь залезть? Ну ты и тварь. Дебил. Двери для кого сделаны? Ты блёхонький. Твою мать. Читер сквозь текстурный. Так. А сейчас он около моего телепорта находится. Слушай, давай сделаем по-другому. Отлетаем далеко. Он сейчас отагривается. Надеюсь. Естественно, я должен был промахнуться. Да ёб твою ж кусок ты блевоты! Да пошел ты в очко! Надо чиниться. Ну ты посмотри на него, а? Ну дурачок же. Так. Оп, дверь не скинули. Отлично. А, дебил. Я то есть пройти мог. Дурачок, ты что творишь? Ну если в чем, он просто взлетает все выше и выше и выше. А он продолжает взлетать все выше и выше. Вот ты имбецил, господи, твою мать, искусственный интеллект. Он сейчас просто в потолок упрется и будет там торчать. И ты типа с этим вообще ничего не сделаешь, дебил. Ну и где этот? Отсутствие мозга, ты где? Это будет долго, это будет нутерно. Охрененно. Он еще и ударил. Ну, если что, это он шмотки мне поломал, походу, дело опять. Как ж тут лагает, просто отвратительная зараза. Вот, один раз ударил, шмотки все почти в хлам. Все из-за того, что этот имбецил захотел взлететь в воздух. Чтоб тебе, тварь тупая, там. Ладно, это будет долго. Но попробовать томление птером. Ну, в смысле, агр птером. Да пошел ты! Ну охрененно. Ну, теперь пока. Потому что игра кусок дерьма. Блин.
попробуем еще разочек. Он не пролазит в эти ворота. Охрененно. И он еще бьет. Прям огонь. Так. Успел. Он прям дамажит, дай боже. И через эти ворота он не пролазит. Потому что он жирнее. Твою мать. Да, подожди. Седло забыл залутать у птера. Ублюдок ты, конечно, редкостный. Не. А где седло птера? Вот он. Так, давай посмотрим на блага человечества. Сетка. Застопает она его или нет? Так, ну, одно я точно могу сказать. Вот в этой хероборе мне точно сейчас ничего не нужно. Так, воротинки убираем. Все равно он сюда не пролазит. Как немножечко это... себя обезопасить, это проканает. Иди сюда, тварь. Ну, вы поняли. Сеть тоже на это дело не работает. Отлично. Тогда сделаем по-другому. Но он улетит. Он улетит. Ладно. Бесит, это еще не то сказано. Улетел на полкилометра вперед. Так, там всякая фигня. Ну, хотя он... дротики нормальные. Чё там праймовское было? Ну ладно, раз пришел. Это залутаем, все остальное разбропаем. Ну давай пробовать. Надеюсь, там никого не будет, типа вот рапторов и так далее. Естественно, будут. По-другому, что ли, думали, будет? Ха! Фиг из два. Такс. Он бежит за мной. И это тот, что мне нужен. А можно за какого хрена я уснул? Он чё, оглушение, что ли, накидывает? Блять, я стрельнул в него и находился рядом с ним. Он просто областью меня бабахнул. А телепорт ведь уже сюда ставить. Чтобы вот так вот ресурсы забирать. Сколько раз я подчинился за день? Да хрен его знает. Много? План Б. Ну, пробуем элиткой. Так, только единственное, что... давай. Тебя подогрем немножечко, это...
Так, ты у меня на пассиве, на пассиве. Так. Твою мать, откуда вас тут столько? Тут пещера, наверное. Куда? Куда? Скоты! На хлебнике! Ну ты ублюдок, а? Ты посмотри-ка, сразу же такие полетели на трупак. Ну, они думали, что трупак. По факту ты не трупак. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Пассивное, сука, томление. Так, погоди. Я чё, зря это все страдал? Я чё, зря эти ворота с собой брал? Нет. О, пассивное томление. Мать твою. Пассивное томление. Ой, вэй. Да, это я так застраиваюсь. Ну, я думаю, он сюда не улетит, надеюсь. Но самое что тупое, ты просто видел сколько, он просто половину ему за один удар бабахнул. Твою мать. Он просто ему половину за один удар бабахнул. Это самое смешное. Так, пассивное томление. Твою мать. Ой-ой-ой. Пассивное томление. Как Аргентависа томить пассивным томлением? Че? Никто не знает? Вот и я не знаю. Ладно, ждем, пока очухается. И, кстати, с FPS-ом это тут получше. Там, походу... А, надо бы в пещеру сходить! Слышь! Надо в пещеру сгонять. Да не эта кнопка, мать твою, за ногу. Вот хотел же, думаю, надо это... Позвать другана на помощь. А? Нет ж, дебил. Надо... Я вспомнил, где это буду хитин. Я вспомнил точно. Пещера. Пещера. Долбанным артефактом. Там куча, 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 куча. Огромная куча. Насекомых. И именно туда надо сходить. Во-первых, лагать перестанет. Во-вторых, хитин добуду. Просто охрененно много. Только единственное, нужно притомить того, кто добывает хитин хорошо. Вот что нужно будет обязательно притомить. Так, ну что там, момент истины. Когда ты там проснешься? Проснешься когда? Ой, скоро момент истины будет. Надо подальше отойти. Да задолбали вы нафиг, валите все. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Самая малость. Не, давай все-таки хп-ху тебя качнем на всякий случай. Да, моделька медведя раньше все-таки была тупенькая. Ну, это старая моделька медведя, если что. Сейчас там медведи уже нормальные, адекватные. Вот, а старенькая моделька вот-вот, ну прям, ну не очень. В сравнении с тем, что сделали сейчас, это, конечно, да. Ну чё, не улетаешь? Это хорошо. Ладно, попробуем. Так, ну смотри, что самое главное. Он и улететь здесь не может, он жирный. Это хорошо. А я могу подбежать и сдохнуть! Слышь, ублюдок, мать твою, за ногу, ты охренел? Ты
Ты охренел. Так. План С. Что нужно делать? Нужно поставить телепорт. Вот здесь. Где ты, гонченое говно? Телепорт здесь. Переименовать его в... Томление. Да срать, и так пойдет. Тебя мы отправляем домой. Классные звуки. Так, сейчас мы летим сюда. Чтобы он отагрился. То есть это вот там на скале будет. Ты смотри-ка. Этих поубивал и фпсов сразу вернулся. Да, тут надо будет в пещеру. О, ладно, насрать. Надо будет в пещеру здесь тусануть, короче. Обязательно. Так, теоретически он сейчас должен отагриться. Практически сейчас узнаем, что будет. Ни хрена. Так, он не отагрился. Он далеко не отагрился. Ладно. План Йо. Летим домой. Здесь уже точно отагрится. Ох уж эти звуки. Ну, план... Как минимум надо... дебил, надо было шмотки сделать, наверное, это... Того, маскировочные. Точно. Давай попробуем. Так. Главное, чтобы сейчас это... Уродов других здесь не было. Ну, план Йо с телепортацией до дома сработал. И теоретически он отагрился. Практически вопрос, как его покормить. Да, наверное, все-таки голд киблы было бы получше. Так. Ёб твою ж за... У меня там просто на этой кнопке всегда стоит это... Пистолет для подбирания. Ну, сожрал кибл! Чё, красава! Просто я думаю, так он никогда не приземлится. А так у меня есть хоть какие-то шансы. Пара-па-пара-па-пам! Это было страшно. Это было чертовски страшно. Но, во-первых, маскировка сработала. Во-вторых, я его покормил. Да? А теперь ждите, пока он проголодается. Ну, неплохо. 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 Осталось только ждать хреново тучу времени. Ждем. Ныряемся. Чтобы притомиться. Да, нужны голд киблы, короче. Тут без вариантов. Очень много голд киблов нужно будет. Прям хреново тучу голд киблов надо. О, надпись появилась. А вот интересно, я его успел покормить? Ебаные цветы. Ну, я по-другому назвать не могу. То есть, я просто сейчас, это... Собрал траву вместо того, чтобы его покормить. А как еще назовешь вот это вот и все, то, что произошло? Вот интересно, я его успел покормить или не успел? Оп, не успел. Ебал у меня.
Это хотя бы стоит дешевле на починку. И то уже хорошо. И чинится в инвентаре. Ну погнали, пробовать. Еще раз покормить. Ай, точно, я же сдох. А, погоди-ка. Теоретически? Ах ты, собака. Теоретически, ну-ка давай посмотрим вот это вот. Мегалодон? Ну спасибо. Уйди. Уйди, пожалуйста. Охрененно. Альфа-алозавр. Ты еще до сих пор тварь живая? Чтоб ты сдох там под текстурами. Ладно, к нему надо будет загонять. Вдруг он под текстур вылез. Приручение 0%. Ну охрененно. То есть из-за того, что он меня убил, у него приручение стало 0%. Да чтоб ты сдох. Гнида, мать твою, за ногу, чтоб тебе тварь калась, ублюдок конченый урод. Вся фишка томления в том, что, по идее, он, если на кого-то нападет, то это все, Габелла будет сразу же. Габелиссимо! Погнали! Не покормил. Так, ага. Так. Можно пробовать еще сделать вот так. Что там такое? Розовенькое. Было. На экране. А то, может, я зря пыжик тут рву. И сейчас это... О, ёб твою ж за ногу. Со скалы упал. А, вон там, внизу. Ну, в это внизу. Пока еще не так страшно. Нет, не про канала. Он согрелся. То есть, как бы, понимаешь всю абсурдность ситуации, да? Какая жопошная жопа вот этого всего. Говно. Ну, в целом, дождаться, пока он приземлится, можно. Главное, чтобы не траву собирать. То есть, ты вот пробегаешь, есть шанс, что ты соберешь траву, вместо того, чтобы прожать ее. Вот сейчас я явно видел, нажмите Е. И в этот момент я нажал, но я собрал траву. И в этом-то проблемка. Надо текать. Ну, кибла я не вижу, а не, кибл есть, все нормально. Кибл не прожался. Зато траву собрал. Ну вот если что, сейчас вообще ничего даже нету. То есть как бы вроде бы проходишь рядом, но ты рядом не проходишь. Ну и там еще и сейчас змейка будет. Мозги. Того туда-сюда. Ну, я его даже не покормил. То есть, прям вообще никак. Единственное, что, как я уже сказал, да, вот, Gold Kibble. Им ты сможешь что-то сделать. Все. Потому что он ваншотный, скажем так. Забираем. Вот они все. Вот он. Кибл спинки.
вызывал просто собрата медвежонка. Он мне немножко хитин добыл. Ну, добывает он, кстати, вообще немножко. То есть хитин он прям не добывает. Надо притомить Диноса, который будет добывать хитин. И тогда уже... вот на нем идти в пещеру. Ну ладно, этот вот, такого-то Диноса я притомлю и за кадром, надеюсь. Ну давай пробовать. Вот у меня Gold Kibble. Да? Давай пробовать, что из этого выйдет. Угу, вот он ты. Да, уйди ты. Хочешь прикол? А не прожалося. А не прожалося. Ладно. Все равно так сдохну. Просто сейчас подходим к нему в упор, втыкаемся в него и прожимаем. Ну, то есть тут как бы все равно так. Типа, либо ты прожимаешь, либо не прожимаешь. Поэтому сейчас сделаем так, попробуем. А с другой стороны, если у меня так получается... грубо говоря, ваншотнуть. Ну, то есть за раз притомить альфача, так почему бы не попробовать максимального притомить. Ну, который вообще есть здесь. Если так и так сдыхать. Хоп! И отлично. А теперь за мной. Чуть кибл не истратил. Не на того. Нафига мне 210-й? Если можно... Правильно. Если можно притомить 280-го. Так, погнали к этому говноеду, который у меня здесь в текстуру... Так, не то. В текстурах застрявший. Здесь же, да, был? О! Нормально. Так тебе и надо. Нападаете на невинных. Так... где ты там? Давай. Ах ты, ублюдок, все еще так же в текстурах сидишь, да? Только еще сильнее в текстурах застрял. Ну да, там прям конкретно в текстуру он упал уже. 130 метров. Ну, слушай, дальше не идет. Ну и насрать на тебя. Козел. А вот того сейчас завалим. Ой, завалим мы его. Ой, завалим. Сейчас только сделаем что? Правильно, сначала сделаем седло. И завалю его. А хотите самый главный прикол? А, у нее его хватает. Я сейчас раза три пытался схватить. У него, по ходу дела, или радиус схватывания другой, или что. Но он кое-как схватил его. Да, я здесь сделал седло. У меня был хитинчик. Я апнул седло, 92 брони. Все отлично. Немножечко прокачаться, чтобы можно было урон наносить больше. И погнали мочить ту тварь. За моего птера. Что это выйдет? Честно, вообще не знаю, что из этого сейчас выйдет. Но... так, во, вон он летает. Ай. И, кстати, да, что самое смешное, я его томил для того, чтобы летать быстро, а он быстро не летает. Такая вот... ирония судьбы. Ну, не летает он быстро. Ну, что я могу поделать? О, норм число. Вот такие вот пироги. Для того, чтобы быстро летать, нужно без вариантов томить этого. Ой, создавать... мутагель? Охренеть. Мутагель, мутаген. Братва, разойдись. Мне этот дроп точно нужен. В общем, нужно делать супчики.
Ну, мод, супчики, все дела, вот это вот и все. Нужно будет вот это создавать. Обязательно, без вариантов. Ладненько. Было все довольно-таки дебильненько. Но было. Самое главное, что... О, аргентавис-то притомился? Притомился. Это самое главное. Вот так вот. Для красивого кадра под конец. А, там, может, на заставочку поставлю. В общем, на обложку, точнее. Ну, что могу сказать? Серия дебильная, длинная, много ненужного хлама, но вы теперь знаете, что аргентавис не летает быстро. У них точно такие же свойства у альфа-чей, как у простых. Просто урон охрененно большой, и еще и, по ходу дела, кровотечение наносит. Ну, а что? А я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.